14 числа на проспекте Юбилейном на пешеходном переходе «Лада» 15-й модели наехала на пенсионерку 47-го года рождения, в результате чего женщина была госпитализирована в больницу. На другой день также по вине водителя был сбит несовершеннолетний скутерист. Авария произошла на улице Строителей возле 67-го дома. В следующем ДТП пострадал 2-летний ребенок. Случай произошел 16 июля на улице Ленина, 52Г. Маленькая девочка, неожиданно выскочив на дорогу, попала под колеса выезжавшего со дворов Мерседеса. Водитель не успел вовремя затормозить. Ребенок был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Чуть позже, в этот же день, на Парковой был сбит еще один пешеход. Другая статистика за неделю. С 14 по 20 июля 2014 года на территории города Нефтекамска зарегистрировано 467 нарушений правил дорожного движения. Из них задержаны 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения, не были пристегнуты ремнями безопасности 92, нарушили скоростной режим 49, не предоставили преимущество пешеходам 8, нарушение пешеходами 21, без детских удерживающих устройств 17, затонированные стекла 17. Также за неделю произошло 77 дорожно-транспортных происшествий. Из них 4 с телесными повреждениями, в 5 случаях водители скрылись с места ДТП. В связи с участившимися случаями наездов на пешеходов, ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге, как на улице, так и во дворах. Резеда Садрединова, Дмитрий Кузнецов, Время новостей.